Можно для нас заменить? Да, скажу тоже. Вот так вот, да, место? Давайте вот два помастера. Да. А вы знаете, что Макс сказал, что вы лучше бизнеса? Кто? Да, блин. Он сказал, что Геннадий самый главный оппонент, с кем я когда-либо... Да, я вот не пойму, кто-то здесь сомневается? Нет. Я обалдею. Я вообще интересуюсь, вы знаете или нет? Я вам скажу так, как бы каждый интересен по-своему, и все подвинется в сравнении. Вот пока нет боксирования человек, не стоит вообще говорить, я лучше, если не, у меня больше опыт, как Маклин говорил. Вот всем нравится вот это ваше. У меня 18 лет было больше опыта, чем у него сейчас. А я же не говорю про это. Конечно. У нас менталитет другой. Да, наверное, менталитет, можно это все так, если все в совокупности. Вы железом качаетесь? Нет, мне куда качаться, вы хотите, чтобы я большой был? Я же большим был сразу. Большим сильным. Сила? Какая у вас сила? Сила, мощь. Так и так она есть. Как у всех, у меня, я такой же человек, две руки, две ноги, как у всех. Давай без обид, серьезно, давай так я... Окей. А почему этот, у меня брат прям просил, он не мог приехать сегодня, вот ради него вот тоже пришла, нельзя вот с именем его никак? Давайте. Пожалуйста, давай, вот он, да. А то как он, бы, вот все знают, друзья, все знают тут Ерланов из группы, как он любит его. Да. С Уральска, он не смог сегодня. Он меня отправил сюда, он очень любит. Я думаю, что за девочка? То есть я просто очень корректно, ребята, я не хочу никого убежать. Да, я знаю, пожалуйста, один раз. Да. Потому что для него это самый жизненный момент. Где вы эти фотографии нашли? Я их сам не помню. Это ночью. Два часа ночи. Выбежали и распечатали. У нас уже 9 тысяч человек. Сейчас можно? Да? Да. Это хорошо. 9 тысяч уже 32 было. С какого времени? Да, Гена, честно говоря, я только для близких. Он сына готов назвать Геной. Да, вот Гешка называют. Это меня даже родители так не называли. Как родители, кстати, поживают. Хорошо. Вы отдохнули, успели отдохнуть? Нет, вы знаете, да, но мне не тяжело. Это нагрузка. Ребят, нет, на самом деле не такая большая нагрузка. Тяжело очень договориться. Вот сейчас вы договорились, кто хочет боксировать, либо сумму больше космические, получилось? Там суперлённо уже, скажем так. То есть никто не хочет. Они, как правило, говорят, да, больше разговора нет. А когда дело доходит, скажем так, неделя, две, три остается, и все срывается. Не хотят, бизнес. Вы знаете, что Мюррей сказал на ESPN, по-моему, или Sky Sports? Он сказал, что нет, он сказал, это до этого, когда вы только с Маклином бой прошел. Да. Он сказал, чтобы вас выиграть, ему нужно выйти только с бейсбольной биты. Все только говорят, что это очень сильно, очень серьезно, очень большие, очень все верно, то, что делаешь. Из дома, когда я играл, балдел, уже интрига. Я говорю, пусть они дома разберутся, кто хозяин, они ли, либо жена, либо тараканы. А потом уже лез в чужие деньги считают, это вообще некрасиво. Все, что связано с деньгами, это все неправда. Все, что связано, кто-то там, я договорился, я там. Ну это политика, каждый боксер будет, конечно, не выдал боксировать, конечно, все заинтересованы. Да, я слабее, я не выберу. Рейтинг. Макс говорил, что у вас Андрей Лорд как бы фаворит. Что вы скажете? Я думаю, для Америки... Мы едем в Россию. Ребят, я
я его знаю, конечно, поверьте мне на слово, когда вот мы боксировали, он был в сборной, категория 75, так же, как и я. Но не был первым номером в сборной, был первым номером, один Дина его бил. Ему пришлось ехать 81. Да, он 81 поехал, выиграл чудом Олимпийские игры. Чудом это Олимпийские игры и пришел в профессионал в 73. То есть будет просто интересно было на игру, что если не будет. Он слабее Дирелла. Был слабее, сейчас время идет. Тем более год он без боев. А возможно? За свой? Возможно, скиньте вес и выйти. Наверное, больше за Милан. Я запоминаю, что вы все забросили. Нет, я просто спрашиваю, что я знаю, что все любят Барсу. Я же говорю, папа сначала. За Шахтёр забирал. А можно вас пойти за Шахтёр? Зарял больше, чем как Барсу. Вы собираетесь свою категорию поменять? Сейчас акцент не будет. Сейчас пока не важно. Да, легко. Не то, что не а вам ничего там без гонять, или у вас где-то стабильный вес? Стабильный рабочий вес. Рабочий вес. Бываю как 70, 80, 90. Ну, 90 не бывает. Ну, бывает ли это боксеры, чтобы поддерживать свой вес? Я скажу так, наверное, я заинтересован в чемпионских поединках. Не то, чтобы переходить в другую весовую категорию, если никто не готовился. Нет, чемпион другого веса, если скажет, все, давай, имеет интересно, чтобы боксировать.